Ой, что, всем привет, ребята, я Тимичева, и сегодня, ребята, мы будем строить бункер. Да, вчера не выходили ролики, у меня выходной тип был. Вы залайкайте, пожалуйста, шорт, точнее. У меня он тоже вчера вышел. А сегодня, ребята, мы будем строить бункер, самый крутой, защищенный, все такое, бункер. Если вы тоже хотите построить бункер, так что досмотрите этот ролик до конца, и кто не знает, как их строить, досмотрите этот ролик до конца и постройте, пожалуйста. Можете достроить, можете построить, кто хочет. Ну, кто не знает, лучше ролик до конца досмотреть, я расскажу. Ладно, чё я тяну. Первое, что надо для нашего бункера, это у нас, конечно же, проход. Ролик может затянуться, если что. Давайте вот такой сделаем. Ролик может затянуться. Ну, все равно досмотреть до конца, ставьте лайк, поставьте, пожалуйста, лайк. И мы приступаем, уже приступили. Где-то сделаем вот так. Ну, чтоб типа люки тут были. Люки — это хорошо. Сегодня новой игры не будет. Выйдет Far Cry 5, как всегда. Но вам одна серия прям очень понравилась. Я постараюсь такие же интересные серии делать. Постараюсь вообще, ребят. Сейчас не надо... Ну, про Грэнни я даже не знаю. Вот, может, Грэнни даже не выйдет. Ну, не клип, а вот... Постройка, он не выйдет, наверное, уже на канале. Что-то я уже не хочу строить. Не знаю, будем смотреть, но я обещаю, клип точно выйдет. И, кстати, скоро выйдет клип. Я предлагаю вам нам мысли зрения выпить. Ну и вам, в принципе, тоже. Если кто даже снимает или не любит темноту, я буду вас учить строить бункер. Ну и мы, ребят, крутой бункер построим. Ну, ребята, мы однажды уже построили крутой бункер, помните, да, этот ролик? Ну, этот бункер будет реально... Там все прям необходимое, это не как вот в том ролике. Там все прям необходимое в этом бункере. Как может даже любой игрок выживание просто построить. Ага. Даже не ходи в ад, наверное. Ну, в ад, может, придется, я не знаю. Посмотрим, ребят, посмотрим. Если хотите, можете в креативе строить. Ну, если вы, например, будете строить выживание, то вот такие... О, круто, я вообще профессионал. Вот круто вообще выживание построил. Я разбиваю все же. А если кто-то профессионал вообще, ну, легче будет. Так что, ребят, строите бункеры. Кто хочет учиться, строите бункер. А кто не хочет, смотрите лучше ролик. И последний раз говорю, кто не знает, сначала досмотрите ролик до конца, а потом уже строите бункер. Все, вроде все сказал. Строим, ребята. Уже не под музычку, ну ладно. Под музычку это не в этот раз. Может, когда-нибудь будет. У нас сейчас рубрики будут по строительству. Это типа первая часть рубрики. Я ее не буду первую часть называть. Скоро будет второй сюрприз. Это клип будет. Второй сюрприз. Третий, точнее. Я уже запутываюсь. Третий сюрприз выйдет скоро. Это клип. Грэнни, хватит убивать меня. Называется он. А может, я изменю даже название. Не знаю. Ну, Грэнни, хватит убивать меня. Это одно название. А вот, Грэнни, ты меня уже задолбал. Это я мало раз в ролике, по-моему, говорю. Даже, ну да, мало, даже больше, чем. Ну, можно назвать Грэнни, ты меня уже... Я хотел раньше Грэнни, ты меня уже достала, но потом, когда я первый раз начал петь, что-то я вместо достала задолбал, спел. Это очень круто получилось. Ну, и я решил задолбал назвать. Потом понял, что это, типа, не очень так, знаете, практически, технически, в рифму там, все такое. Я решил назвать Грэнни, хватит убивать меня. Это более так свободно. А Грэнни задолбал, ты не очень свободно, если честно. А, кстати, для удобств ступеньки, если что. Ступеньки деревянные, чтобы круто было. Удобно, а то по каменным холодно ходить. Ну, бассейн на каменном, если не бассейн, то нормально. Ну, ребята.
Давайте удобный бункер, пожалуйста, сделать. Так. Давайте над люками мы еще поработаем с вами, да. Вот тут, наверное, вот так будет это все дело смотреться. Типа. Тут вообще люки будут. Потом все настроим, потом все придумаем, настроим. Бункер-то у нас вот такой где-то большой будет. Вот такой вот где-то бункер. Без перемоток, ребята, строим без перемоток. Ролик может надолго затянуться. Ну, ребята, помните, у нас этот был, постройки всякие, ну, про джунгли, да, там еще Экзей был, вот этот 200, но его не будет никогда уже, жаль. Я хотел сериал такой заснять, но типа он, я протупил там чуть-чуть. Ну, скоро выйдет новый сериал, и, сериал я еще не придумал, как он будет называться, реально скоро выйдет. Я на следующей неделе буду готовиться к нему. Выйдет, не знаю, когда, не могу обещать. Все интересно, ждите на моем канале, ребят. Сериалы, клипы, все такое. Ну, нигде вы столько не увидите. Всякого интереса, мне кажется. Все блогеры, фигню, мне кажется, снимают. Ну, я, ребята, снимаю круто. Я так думаю. Я думаю, ребята, ну что и вы снимаете круто. Вы наберете много подписчиков. В принципе, я наберу много подписчиков. Так что, ребята, не сдавайтесь. Так, самое просто копаем. Про Far Cry 5, наверное, как всегда, на вертолете летать буду, не знаю. Посмотрим там, не буду заранее говорить, мне интересно смотреть будет. Так. Копаем. О, Тимичева, ты это... Что ты, Тимичева? Слышит, говорит, что ты тут приперлась. Я вон вообще бункер стою, не видишь, что ли? Да, погоди ты, Тимичева. Сиська, заебись уже, Сандина. Хватит мне весь канал позорить своими этими сиськами. Да ты сам заявишь. Вот Тимичева я ненавижу. Тимич, тупой, поганый. И вообще. Это я поганый, то кто-то из нас поганый. Поганый, это ты поганый. Ты вот мне этот сбила. Интерфейс. Ты мне всю работу сбила. Я хотел вот такой накласть. Но потом передумал. И все из-за тебя, Сандерина, я передумал. Да, вот именно не передумал. А, я думаю, ты скажешь, да, именно из-за меня. Ой, я думаю, из-за тебя. Ну, ладно же. Ну, давай это, не мешай нам этих... А как его сказать? Ну, наконец, нормальное слово про сиськи сказала. А то сиськи. Ёбаный нет. Ну ладно, тебе Тимичева, заткнись уже. Что там шепчешь? А что он шепчет? Заебись ты со своим читаком. Да погоди ты, Тимичева, дай нам это. Ну, короче. Его вреда позаним. Ну да. Ну, приятного в этом занимания. И занимайтесь где-то в другом месте. Вы мне тут мешаете, всю работу сбиваете. Давай пиздера ёбнутых. Любовью не заниматься. Хорошо, что это на камеру никто не видит, ребята, очень хорошо. Так, кстати, я ничего не туда нажал. Ха-ха-ха. Так, что нам надо? Опчики. Ночная закончилась. Что нам надо, это какую-нибудь дверь. Какую? Вообще, если мы хотим защищенный бункер, то нам нужна вот такая дверь вообще. Даже две. О, как. Ну, ребята. Потом мы вот это все заменим, все такое. Все уютно, ребят, будет. Так, салюки, может, тоже защищенный. Лучше не надо. Это пиздец, как мешать вообще будет. Так, погоди. Погодь. Так, закройся. Ну, нет, понимаете. Надо было рычаг не скопировать. Вот такие незаметные рычаги. О, круто, да? Так. Ну, все. Блин, незаметно такие
Стоят, как будто жизнь просто пиздец какой-то. Ну, реально жить так не может быть. Одним словом. А на какие мы доски, ребят, забить? Может, что-то типа оригинальное, ну что, мы одни доски. Ну что, три доски, нет? А ты это. Ты какой намек поставил? Давай, не намекай, а? Да, да жители, это. У нас жители. Жители, никакого намека нету, то вам это показалось. Намекнуть на нас решил. Сам ты придурок, тебе меч. Ну это вы придурки. Намеки. Так я на любого намекнуть могу, кроме подписчиков. Ну, ладно, ребят. Не в этом суть, короче. Суть в том, что какой мне этот доска выбрать. Доска мне какой выбрать. Может, такой красивый такой потолок у нас будет. Ну, может быть. Ну, давай вот такой для начала поставим. В смысле для начала? Какой для начала еще? Красиво же. Ну, ладно, сынына, давай это я оставлю. А может, это изменю когда-нибудь. Ну, не надо, Атимич. Ну, погоди, Сандерина, может быть, потому что мне что-то не очень нравится этот стиль. Так, ладно, ребята. Тыкс, ребят, тыкс. Так, ребят. Еще одна, конечно, остановочка у нас такая. Небольшая. Ну, я даже не знаю, если вот так смотреть, ребят. Этот левый глаз закрыть, то Аси. Ладно, посмотрим еще, ребят. Так, ребят, короче, строим дальше. Тут. Ну, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, в принципе. Уже 100 раз, наверное, это говорю. Ну, ребята, в принципе, я хочу 1000 подписчиков набрать. Хотя бы 1000. А может, 2. Ладно, 1000. Ну, ребят, реально, поддержите меня, подпишитесь на канал. А мы сейчас будем смотреть, как это все дело у нас выглядит. Текс. Тык. Ну, я думаю, что неплохо, в принципе, выглядит. Пора обычные уже доски ставить, темными. Тут из обычных сделаем. Я думаю, красиво, наверное. По красоте. Все. И не по говноте. Хорошо. Раньше, ребята, раньше я не знал, ребят, не знал, что вот я ночное зрение не включал, я в темноте все строю. И на дебилом все раньше, конечно. Так не видно же ничего. Как я так вот в темноте строить решил. У меня скоро ночнорка закончится. Ночнорка, ночное зрение. Двухсатая остановка, ребят. Ну, в принципе, ребят, вот. Все как дебил просто делал. Я не знал, что на камеру не видно, но вот. Просто вот так. Ха. Ну, сейчас, ребята, знаю, что на камере все видно, так что вот, снимаю, вот, пожалуйста, ребят, снимай. Можно, ребят, смотрите, как землю вот обкладывать обычным, ну, вот этим. А что-то еще не знаю, чем вообще. Каким-нибудь еловым досками, не знаю. Чем-то можно обкладывать. Следерина. А что тебе не нравится, опять? Да, ненормально это, да, строить бункер. Мразь вот такая, мешает у меня. Видите, мне это Следерина тупая. Где уже смену канал, нахуй? Ты меня выгоняешь, конечно. Сейчас, вот, собрался. Так и вали отсюда. Ты мне, Сандрина, уже задолбался, честно. Так тебя ж Грэнни вроде задолбал. Ну и Сандрина, ты тоже задолбал. Меня вообще уже задолбали. Я хочу в одиночестве посидеть. То Сандрина, то этот припрется, барышник, то еще кто-нибудь припрется. Ну, ребят, я не знаю, как вы это терпите. Как вы вот эту Слендерину тупую делаете.
Давайте тебе что-то. А как вы тебе чего терпите, интересно? Так в смысле, аж нормальный то, что там некоторые слендерины тупые. Я не тупая, вот ты вот тупой, придурок. Сама такая. Давай уже это, по комнатам разделять слендерин. В принципе, я самому себе с подписчиками говорю. А, я там пацаны. Нет, Слендерин, с тобой я что-то не хочу разговаривать. Ты дура тупая. А у нас, оказывается, блока не было. Еще там вот это из ада, ну из ада, мне кажется, мы в другой комнате, может, добавим, что типа памятник адский такой, адский, адский памятник. Я хочу вот страшилку на следующие выходные заснять какую-нибудь, я не знаю какую, ну реально хочу. Хотите страшилку? Я ее засниму, ребят. Напишите в комментах, если не хотите. Если вы ничего не будете писать, я засниму. А если напишите, я не хочу, то не буду снимать. А если вы ничего не напишите, засниму. Но только, а если вы напишите все-таки другой коммент, то я все равно засниму. Ну, если вы напишите, потому что вы не написали же страшилку. Ну, а если вы напишете страшилку, я ее засниму. А если другой какой-то коммент, то не буду страшилку снимать. Ой, я запутался. Если другой коммент, я страшилку, конечно, засниму. А если не будет комментов, тоже засниму. А если будет коммент, я не хочу страшилку, мне страшно, то я не буду снимать. Ну, я вижу, что подписчикам страшно, они не залайкают. И я не хочу, ребят, своих подписчиков пугать. Какого у нас двери еще не было? Ну вот этой не было вообще. А чё, а неплохая дверка такая. Давай вот так. Все нормально. Я еще типа планирую вот тут что-то сделать, но я даже не знаю, что тут сделать можно. Угу. Потом, ребята, что-нибудь сделаем. Все посмотрим. Ну, все потом. Так, дальше тут все надо типа оборудовать. И ты ей много наставить всякой, может быть. А кровати, ну давайте не такие уже кровати, другие. Черные, может. Черный, да, черный хорошо. Ну и зеленый, в принципе, неплох. Еще. Я думаю, смотрите, как сделаем. Вот это еще плюс. Можно будет как-нибудь разделить вот эти две комнаты. А, и вот эту. Потому что, думаю, так типа эффективнее будет. Даже можно еще на один. Ну, я кое-что придумал. Я даже не знаю. Я это... воображу, не знаю, это хорошая вообще идея будет, но я кое-что продумал. Я вот так разделю вот эти комнаты, и я с каждым, я думаю, так буду делать, я даже не знаю. Хорошая эта идея будет или нет. Давайте я дверь какую-нибудь крутую поставлю. Ну, давайте я, смотрите, что я делаю. Так, это у нас вот тут дверь. Это вот такая у нас дверь. Так, ну, давайте, знаете, что мы... по мелкоте сразу. Во, вот такая комнатка небольшая будет. Еще такая для комнаты большеватая. Во, ладно. Какой большеватый, это вообще для комнаты очень мало. Так, ребята, опять. Так, ребят, устанавливаем вот это все сейчас вот сюда. Потолок тоже на акацию, наверное, заменяю. А что нам? Все будет акацию. Кажется, в этой комнате. Тикс, ребята, опять остановочка. Опять небольшая остановочка. Тут какой-то маленький, если честно, потолок, даже я бы сказал. Так что можно сделать чуть-чуть побольше. О, ребят, мне ночное зрение сейчас напомнило про кое-что. Про факела. Такс. А вот тут можно что-то сделать. Ладно, не надо ничего делать. Тут ничего не будет. Тут тупик просто будет.
А тут уже комнатки небольшие. Тут будет кровать. Можно так сделать. Даже можно сделать как-то вот так. Одна кровать. Сундуки, верстаки. Сундук, верстак. Ну, то есть печка тут. А, давайте сундук как сделаем. Сундук вот так вот. Тут верстак, тут верстак. Тут вот так печка, тут верстак. Неплохо, да? Можно вот так печки. А тут верстак. Типа одна печка, но это не очень даже, я думаю, круто. Так что даже вот так сделаем. Тут сделаем, смотрите, вот так. Запутаться можно, если честно. Ну ладно, сделаем вот так. Так, дальше. Я думаю, вот так сделаем. Какой-нибудь горшок поставим. Или лучше торт, наверное. Торт — это хорошо. Ха-ха. Во! Ну, в принципе, первая комната готова, но только факела надо расставить. Вот, вот тут факелочки. Дальше переходим к этой комнате. Тут, я думаю, душевая какая-нибудь кабина будет. Даже не знаю. Ну, давайте что-то придумаем, может, тут унитаз, туалет будет. Ну, давайте, знаете, что если туалет, то нормально, все должно быть. И закрыто, ребят, закрыто, да. Закрыто какой? Ну, давайте вот этой дверью тогда закрыто. А как закрыть? Интересно. Ага, так, тогда сделаем, смотрите, как. Делаем вот так. Тут поставим дверь. Как, зачем, за что это? Не, вот так надо. Даже не знаю, тут невозможно туалет сделать. Ну, не, туалет не будет тогда. Не знаю, то, что даже будет. Короче, сделаем вот так. Это тип, ты такой зашел, прошел. Тут коридорчик небольшой. Вот это тоже заданием. Тут коридорчик. Тут вот так это все дело идет. А вот тут вот надо побольше. Этот тип тоже спальня. Этот тип для Прохора спальня. Кто не знает, кто такой Прохор, это мой друг. И нахуй я вот это поставил, интересно, если мне все это закатывается. Ну да, глаза мозолит, ну ладно. Спальня, в принципе. Там же ты недолго, типа, находишься. Ну, если в телефоне там залипаешь, то можно. Так, давайте зелененькую кровать, будет круто, зеленая кровать. Так же, в принципе, как у меня, наверное, сделан. Хотя нет, должен какой-то модельер быть вообще. Ну, не модельер, а искусство. Другое что-то, вот, например, вот так и вот так. Во, неплохо. Ну, давайте ему что-то добавим такое. Ладно. Торт тоже ему. Опа, выебем. Что за звук, интересно, сейчас? Слендерина, это ты там? Какой он аппетитно выглядит. Только попробуй это сожрать для Прохора. Так, Прохор. Это. Что ты облизывайся? Заебись уже. Ты мне все искусство портишь. Так это же так вкусно. Шо вкусно? Тортик. Так он для Прохора, не для тебя, сука. Я не сукчика. Да заебись, Селина же. Чё ты как ненормальная, реально. Ну что тебе не нравится опять, Тимич? Во мне. Ага, тебе мне ещё не нравится, если честно. Если ты не знала. Я тебе по секрету скажу, если ты не знала. Да заебись, Слендерина. Ой-ой-ой. Вот никогда не иметь такой подруг, как Слендерина. Угу. Да смысл не иметь такой... Заебешься когда-нибудь? Нет, Тимич, не заебусь никогда. А он тогда проваливает с моего канала, Слендерина. Ты мне тут так сказать. Тебе тут никто не рад, слышите. Так, ну давайте делите эти комнаты, все комнаты вот эти, точнее, вся огромная комната. Это типа на половинки делить. А меня-то? Да, что ты делаешь вообще тут?
Так, это, ну, Сандрина, имей уважение когда-нибудь к моему каналу. Так, ну-ка, заебись уже. Вот Сандрина как. Ну, Сандрина, Дим, прикинь тут это. Она такое хотела сказать, что меня забанили давно, мне кажется. Так. Давайте для интерьера что-то другое сделаем. Ладно, все будет из этих досок, потому что как бы у нас же все, знаете, так фигово. Ладно, у нас все круто. У нас еще и закатывает бывает, потому что пол не будем заменять, пол красивый очень. Что-то мне жалко вообще пол заменять. Не надо, Дим, там ничего. Я, короче, из-за Слендерина кое-что забыл сделать. Так, погодите, нет. Это я забыл факела поставить. Ага. Такая глубокая ошибка, прикиньте. Глубокая ошибка. Отлично. Тут типа будет кухня, наверное, или зал можно сделать. Ну, зал, я знаю уже, где зал будет. Тут будет небольшая кухонка. И у нас типа отдельная кухня. Мы когда-нибудь видели такое? Не, ребят, вы никогда такое не видели. Так, бахнем опять ночное зрение себе. Так, это у нас тут вот так вот и все дело. Тут не будем ставить. А, я знаю, что тут можно сделать. Коптильник, где дети коптят. Или плавильни, и коптильни, и плавильни, и все такое, так сказать. Во! Круто! Круто, ребят! Так, это ставим вот тут и вот тут. Потом сундук нужен. Куда мы пожрать что-нибудь складывать будем? Так, это у нас вот так. Тут у нас вот это надо сломать. Холодильник будет. Холодильник. А чем вы сидите в моем холодильнике? А что там? Холодильника по свечке зависит. Вы хотите кушать? Типа, знаете. Вы хотите кушать? Ладно. Как тут холодильник разместить? У меня такой вопрос небольшой. Огромный будет. Холодильник наш. И, кстати, центр с сундуком, чтобы я только это мог сделать. Холодильник такой большой вообще будет. Первым делом вот так, а потом уже вот так. А бряк нужен? Да не нужен никакой бряк. Так, погодите. Ступеньки нужны, а не бряк. Ступеньки желательно вот такие какие-нибудь. Такие, знаешь такие? Не знаю. Погодите, Мичу. Тут дело с читаком есть. Ой, Слендерина, неужели? Заебись лучше. Все открывается, все нормально. Вот такой тип огромный холодильник будет. Бочки. Куда я пожрать-то складывать тоже буду? У Прохора тоже холодильник какой-нибудь будет. Ну, типа у Прохора. Не знаю, наверное, никогда сюда не зайдет, но типа такой. Так. А, ладно, все нормально. Все нормально. А вот тут уже можно вот такие двери поставить. Во. А, комнаты небольшие будут. А, все. Потолок не березовый, а из обычного. Опять, как всегда, я забыл про факела. Ага. Факел. Я кое-что придумал. Факел. Вот он, факел. Я кое-что, смотрите, что придумал. Так, сначала поставим факела. Я в одной комнате кое-что придумал. Так, это у нас вот тут. Знаете, чтобы круто было. Так, заходим будь сюда сейчас. Потом фонарик. И чтобы для уюта, знаете, такого. Как в ужасах вот такой. Как в доме ведьмы. Не в ужасах, а в доме ведьмы.
Ой, наконец-то кто-то меня вспомнил. Не, я тебя даже не помню, не припоминал. Ведьма приперлась. Да. Все, ведьма, катись, как приперлась, так катись, отпирай от меня. А в смысле, какой отпирай, я тут хочу. Что ты тут будешь делать, интересно? Какой-нибудь это, пермичка найдешь, или нуба, или читака, пермичичка какого-нибудь. Поганого найдешь. Железо нам нужно. Железо. А. Ну, мы крутой реально бункер с вами строим. Ну, у Прохора, может быть, поменьше будет. Что может быть, он пожрать вообще не любит жраку. Пожрать. Так, сделаем вот так сейчас. Это вот так делаем. Ой. А ты, Дима, не разозлишься, если я скажу, я его в окно выбросил. А. Ну, конечно. На. Телефон. Так. Построили небольшой холодильник. У меня побольше. Дальше будем строить плавильник, коптильник и все такое. Так, сплавильник, коптильник, бочка, мурдильня. Сундуки, ребята, и обычная печка. Так, тут плавильня, коптильня, бочка, мурдильня. Я думаю, тут смотрите, как будет даже. По оригиналу, знаете. А вы не знаете. По оригиналу это хорошо. Во. Жесть, ну, круто. Круто, я бы так сказала. Так, тут бочки ставим. Давайте поаккуратному все ставить. А тут, конечно, плита. Для такого модельера. Можно вообще на холодильник что-то повесить. Тип такого, ну, вот, флага может. Я даже не знаю. Можно вообще-то. Нужен краситель, например, красный. Красный. Или лучший, да, красный. Давайте вот так. Орден холодильник. Типа так холодильник, да? Куда? Давай ломай нормально. Все открывается. Это типа круто такое. Это типа орден холодильнику, что пожать можно. Ну-ка. Вот так сделаем. Так. Вот так мы сделаем. Вот так сделаем. Ну и вот так вот. Раз, два. Ладно, вот так как-нибудь и сойдет. Такой зашел. Пожрал и ушел. Так, опять вот это вот лучше копируем. Ладно, ребята, вот так будет нормально. Паранормально. Нифига, ролик уже 30 минут, если честно. Нет. Так. Сундучки ставим и все. А, еще факела забыл. Все, ребят. Не знаю, зал еще вообще нужен. Зал. Как бы нужен он вообще нам. Ну, я думаю, зал мы построим, наверное, в следующем ролике, потому что что-то мы затянули с вами, знаете. Зал он будет большой. Огромный, в принципе. А, ну, вот это вот проблемка такая. Давайте смотрите, как сделать. Так, сейчас вот тут вот надо освещение поставить небольшое. Во. Вот тут ставим тоже небольшое освещение такое. Тут все нормально, тут тоже все нормально. Освещение-то хорошо. Вау, тут такой неплохой, прикольный свет такой светит хорошо. Ну, у меня чуть-чуть там по-другому, но уютно очень. А, ну, мы построили вот такой дом. Я думаю, продолжим в скором времени вот это вот все. Вот эту всю говноту достроить. Ладно, это красота, а не говнота. Так, давайте поставим вот так плиты. Так. А, ну тут
тоже можно. Неплохо, неплохо, неплохо. Погодите, я начну из ранней бахну себе. В принципе, вот так для удобства. Для удобства, для уюта вот так можно. А тут сделаем вот так, и я уже придумал. Тоже типа такой небольшой защищенный бункер. Не будем никакой механизм строить, просто делаем вот такие небольшие движения. Ковер. Ах, у меня эти люки стерты. А, не, не стерты, нормально. Так, давайте чуть-чуть пониже, наверное. Хотя, не надо, все нормально. Ну, делаем, выставляем вот так, вот так. Вот так, вот так. И вот так, все. Все, ребят, все нормально, все отлично, все прилично. Так, все нормально. Да, все нормально. Так, все, все, вот это закрываем, все, вот это закрываем. Тук сделаем вот так, тут делаем так. Это наше. А типа вылазь, да? Ну да. Ну да, ребят. Да. Ладно, ребят, вот это вот оставим, в принципе. А вот такой бункер небольшой будет. Мы еще, правда, не достроили, потом достроим и... Наверное, вы поставите лайк. Вот так еще. В принципе, можно. Так, вот так, вот так. Так, вот так, вот так. Всем пока. Не выходите. Можно вообще вот так крест такой поставить. Ладно, выставьте. Всем пока, ребят, снять им нечего. Всем пока. Ролик и так долго, надолго затянулся. Всем пока.